Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в очередном топе. На этот раз я для вас подготовил топ-5 полезных сервисов для вашего сайта. И пятое место моего топа сегодня занимает сервис бесплатный под названием GeekPic. Это временное хранилище для ваших изображений. А здесь ничего сложного нет. Например, вам надо где-то на форуме или на каком-то сайте разместить ссылку, и у вас нет возможности загрузить изображение на сам сайт. Для этого подходит сторонний сервис. Сразу скажу, чем он отличается от похожих сервисов. Здесь нет назойливой рекламы, которую напичкивают абсолютно в любом месте, по бокам, снизу, вверху, как это обычно бывает. И как пользоваться данным сервисом? Вы можете просто мышкой перетащить картинку вот в эту область или нажать на кнопку «Загрузить». Нажимаем на кнопку «Загрузить» и выбираем изображение с компьютера. Выбрали и нажимаем «Открыть». И у нас очень быстро изображение заливается, сразу показывается, как оно выглядит, и ниже предоставляется сразу несколько ссылок на данное изображение. Я всегда использую вот эту ссылку «Оригинал». Просто копируем ее и размещаем на сайте, на форуме или где-то еще. Сам часто использую данный сервис для размещения изображений на своем форуме. Четвертое место моего топа сегодня занимает бесплатный сервис tinypng.com. Данный сервис очень сильно, очень хорошо сжимает изображение без потери качества. Когда вы пользуетесь фотошопом, он не справляется настолько хорошо, не так сильно оптимизирует изображение для сайта, как это нужно. А этот сервис, он очень важный. Если вы хотите, чтобы ваш сайт быстро загружался, все картинки, абсолютно все иконки для меню и так далее, их нужно прогонять обязательно через данный сервис. Данным сервисом пользоваться очень легко. Мы можем просто мышкой перетащить изображение вот в эту область, или же просто кликнуть по этой области и с компьютера выбрать нужное для нас изображение. И у нас сразу происходит загрузка. Слева мы видим, сколько изначально весит изображение, 1,9 мегабайт, это очень много для сайта. И идет компрессия, сжатие файла. Нам нужно немножко подождать, и на выходе справа у нас покажется, сколько сжалось, сколько процентов. Вот сейчас вы это видите. От 1,9 до 962 килобайта. И показано минус 48%, почти в половину. И кнопка Download. Мы сможем сразу одновременно загрузить сразу несколько изображений. И скачать уже скомпилированное изображение по ссылке вот здесь Download. Или же сохранить в Dropbox, или же Download All. То есть скачать все. То есть если мы загружаем сразу несколько изображений, например, зажатым контуром, вот еще три изображения я выбрал, нажимаю «Открыть», вы видите, у нас подгружается еще изображение, идет компрессия, показано сразу сколько процентов, а в некоторых случаях у меня было почти до 90% сжатия изображения. И вот «Download All», если я кликаю, то я сразу смогу скачать в zip-архиве все данные изображения. Очень полезный, качественный сервис. Также сервис предоставляет коммерческий плагин для Photoshop. То есть этот плагин внедряется в Photoshop, чтобы мы могли сжимать изображение, как бы не отходя от кассы. Третье место моего топа сегодня занимает сервис iconfinder.com. Отличный сервис для бесплатных и платных иконок для вашего сайта. Сервис заграничный, поэтому поиск его будет искать иконки только на английском языке. Например, мы пишем фон, то есть телефон, слово, нажимаем на зеленую кнопку поиска, и нам поиск выдает абсолютно большое множество иконок. Здесь я вам предлагаю сразу слева отсортировать по бесплатным иконкам, то есть мы нажимаем на кнопку free.
И нам показываются только бесплатные иконки, которые действительно бесплатные и которые без всякого страха и риска мы можем использовать на нашем сайте, и никто нам не предъявит никакие права на данное изображение. Чем хорош данный сервис, что многие иконки предлагают формат SVG, то есть векторная графика. Эти иконки векторные, они легкие, при увеличении на телефонах не будут терять в качестве, и сайт будет быстро грузиться абсолютно, нежели если мы загрузим иконки PNG или JPEG. Это сразу видно. Над иконкой у нас показаны форматы, то есть в каком формате данная иконка присутствует на сайте. Если ее нет, то у нас показан только PNG. Есть еще кнопка More, это еще. Если мы на нее кликнем по данной иконке, мы можем даже очень большие иконки 512 на 512 пикселей скачать, просто кликнув по данному размеру. И, например, вы ищете иконки, также у нас имеется фильтр. Если мы кликнем по самой иконке, мы попадаем как бы внутрь иконки. Наверху мы можем выбрать размер иконки, сразу выбрать SVG, например, или посмотреть похожие. Также здесь у нас слева есть еще фильтр, который мы можем отфильтровать, если нам нужно более тонкий поиск задействовать. Например, я кликаю SVG, и сразу же всплывает окно с кнопкой «Сохранить», то есть данное изображение уже сохранится у меня на компьютере в формате SVG. Очень полезный сервис. Второе место моего топа занимает сервис patterncolor.com. Очень классный сервис по бесплатным и платным шаблонам, паттернам для вашего сайта. Сразу вам поясню, что за такой паттерн. То есть мы можем скачать бесплатно. Вот здесь вот видна эта кнопка справа в нижнем углу, где написано free, бесплатно, 300 на 300 пикселей. Это более чем достаточно. То есть уже более большого изображения, более большого размера изображения, там 1920 на 1080, это уже будет за деньги. Здесь большой выбор паттернов. И что такое паттерн? Это вот маленькая картиночка 300 на 300 пикселей, но она не такая простая уж, как и кажется. И если мы ее замостим, то есть продублируем по оси X и Y несколько раз, то иконка будет как бы одной большой сплошной заливкой, например, для бэкграунда на сайте, и мы не будем видеть стыков. То есть она будет казаться как единое целое. Вот в чем прелесть данных паттернов. Как пользоваться сервисом? Здесь также есть поиск. Мы можем просто стрелкой вот здесь переключать, и у нас подгружаются всевозможные паттерны. Можно переключаться вот так же по циферкам. А внизу мы можем уменьшать размер. Сразу видно, сколько пикселей на сколько. То есть вот таким вот образом поделиться. И всевозможные другие здесь присутствуют опции. Давайте попробуем скачать. Я покажу на примере программы Adobe Muse, как можно воспользоваться данным паттерном. В чем его прелесть, как это будет все работать. Например, я выберу вот такое вот изображение. То есть внизу вот видно, оно отображается. То есть когда мы выбираем вот здесь по маленьким квадратикам изображение, внизу мы можем применить еще какое-то редактирование, кликнув вот по этой клавише Edit. Допустим, я не хочу его редактировать, я просто нажимаю на кнопку Download. Здесь у нас показано размер, вес данного изображения. Выбрать можно в формате PNG. Я выбираю JPG и нажимаю на кнопку Download JPG. И качаю данное изображение на компьютер. Нажимаю сохранить. И здесь у нас представлена фотография и текст. Ну, как я понял, это создатель данного сервиса. Мы это окно закрываем. Переходим в Adobe Muse. Я беру обычный прямоугольник. Делаю его во всю ширину браузера. Нажимаю заливка, нажимаю добавить изображение, выбираю наш паттерн, открыть. То есть вот он, квадратное изображение 300 на 300 пикселей. То есть по сути ничего примечательного. Мы далее кликнем опять заливка, и вот здесь мы выбираем мозаика. И прямо сейчас вы можете видеть, что у нас изображение как будто бы оно такое большое, единое, да? Вот о чем я и говорил, не видно стыков. Чтобы лучше это просмотреть, мы это дело все просмотрим в браузере. И сейчас наглядно вы можете видеть, что у нас целый бэкграунд получился из одной лишь картинки всего лишь 300 на 300 пикселей. Это хорошо еще тем, что картинка 300 на 300 пикселей, она очень мало весит. Намного меньше, нежели мы скачали бы вот такое вот одно единое изображение на 1920 на 1080 пикселей, да?
И первое место моего топа занимает сервис megatimer.ru. Внешне представляет из себя бесплатный сервис для создания таймера, бесплатного таймера для вашего сайта, будь то это лендинг или какой-то сайт. Здесь мы очень просто можем настроить дизайн, у нас всего 4 шага, мы читаем все внимательно, выставляем дату, сколько нам нужно данного таймера, до какой даты будет тикать на промежуток времени, и можно даже сделать цикличный. Далее на втором шаге мы выбираем дизайн, здесь можно очень красиво все оформить, просто кликаем мышкой по тому или иному дизайну. Сразу вверху мы можем видеть отображение данного дизайна. Можно здесь убрать галочки, что нам не нужно показывать, а что нужно. На третьем шаге мы можем настроить отступы, шрифты, цвета. И на четвертом шаге мы получаем лишь вот такой маленький кусочек кода, который мы скопируем и разместим где угодно на сайте. То есть в Adobe Muse, если разместить, это очень просто. В Adobe Muse где-то на холсте мы можем кликнуть правой кнопкой мыши и нажать в контекстном меню на ссылку «Вставить». И у нас сразу подгружается и встает как бы в HTML данный код, данный таймер весьма успешно. Если данный таймер в Adobe Muse у вас не отобразится, значит на каком-то шаге вы что-то пропустили, что-то не сделали. Таймер 100% рабочий. На этом данный топ подошел к концу. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал, чтобы в дальнейшем не пропустить новые и познавательные топы. Также в комментариях приветствуются ваши идеи, пожелания относительно новых топов. Какие бы вы хотели видеть топы на какие-то, возможно, сервисы, плагины, модули и так далее. Все приветствуется. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.